Ради Хабиров ввел на территории Башкортостана режим повышенной готовности в связи с прибытием большого количества вынужденных переселенцев из Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, правительство республики совместно с руководством муниципалитетов должны подготовить силы и средства для принятия беженцев. Размещением и обеспечением их всем необходимым займется Госкомитет по чрезвычайным ситуациям, Министерство семьи, труда и соцзащиты, а также образования и здравоохранения. В частности, Минтруд займется временным размещением и трудоустройством вынужденных переселенцев, МВД – постановкой их на учет. Напомню, 21 апреля из Херсонской области Украины в Башкортостан приехали 17 человек, а 27-го еще 300 человек из ЛНР и ДНР. Всего республики планируют принять почти 2500 беженцев.